Зонд Инсайт, совершивший посадку на Марсе, наконец-то передал на Землю первую аудиозапись звука ветра с поверхности планеты. Инсайт собрал низкочастотные шумы в течение первой недели своей работы. По данным, ветер дует с северо-запада на юго-восток со скоростью от 10 до 15 миль в час или от 5 до 7 метров в секунду. Это первые звуки с Марса, которые воспринимаются человеческим слухом. Звуки регистрировались датчиком давления воздуха внутри посадочного модуля, входящего в состав метеостанции, а также сейсмометром на палубе космического корабля. Низкие частоты являются результатом очень тонкой плотности воздуха Марса, которая почти полностью состоит из углекислого газа и особенностью сейсмометра, который предназначен для обнаружения подземных волн. Чуть позже сейсмометр переместят на поверхность Марса в ближайшие недели. До тех пор команда планирует записать больше шумов с поверхности планеты Марс. А это спектрограмма вибраций или частотный спектр во времени, записанная двумя из трех датчиков короткопериодного сейсмометра на корабле Инсайт. На этой спектрограмме показаны первые 1000 секунд, примерно 20 минут, первых сейсмических данных Инсайт. Вибрации спускаемого аппарата вызваны ветром, проходящим над зондом, особенно большими солнечными батареями. Контрастность этого изображения показывает, в каком регионе Инсайт приземлился 26 ноября 2018 года. Сверху наложено направление вибраций, обнаруженных научными инструментами Инсайт. Диагональные линии, едва различимые при движении от верхнего левого угла к нижнему правому углу изображения, показывают пути пыльных ветров на поверхности планеты. Как мы видим, вибрации, регистрируемые зондом, совпадают с направлением движения ветра. Дальнейшие подробности мы и дальше будем выкладывать в группе ВК и на канале Telegram. Ссылки в описании. Итак, вы готовы услышать Марс? Думаю, мы давно этого ждали.